Привет всем с вами. Это вот зеленый чай. Простецкий аромат. Но какой он шикарный. Он так подходит. Он подходит буквально каждой женщине. Любая женщина чувствует себя легкой, воздушной, сексуальной. Вот в этом всего лишь green tea, то есть в зеленом чае. Кучи, который пахнет лесными ландышами. Так, я, наверное, брызгну сюда, потому что я собираюсь использовать другой аромат. Сейчас я решу в конце, что же я буду использовать. Как сказать? Такой масляный букетик, звенящий, как колокольчик. Очень хорошие духи. Сейчас используется и, как сказать, приводить к себе солнце, которого сейчас нету. Вот так хочется когда-нибудь, что солнце у нас появится или нет в городе. Но я подозреваю, что сейчас так по всему миру, по всей планете. Только вылезло солнце, и вот хотелось, например, одеть шарфик какой-то шелковый и плащик, но холодно. Вот в этом свитере в самый раз. Ну что я хочу сказать? Это прелестный аромат Gucci, Eau de Gucci. Я до этого делала обзор, на него. Ну что, я то ли сделать отдельный обзор, или же здесь, вот в этом клипе. Наверное, я все-таки сделаю отдельный обзор. Единственное, что скажу, что этот аромат, аромат ностальгия, вот как была весна в прошлом, она начиналась намного раньше. Вот я помню еще по тем временам, 22 апреля мы ехали в парк 28 панфиловцев возлагать цветы к мемориалу. И все были уже в гольфиках, в беленьких, с бантиками и никаких теплых кофточек. Вот этот вот Мигуэ от компании, которая даже здесь не высказана. Единственное, что сказано, made in France. Вот, читайте, made in France. И здесь что-то закрашено. И больше я такого не видела добра. Он был темно-зеленого цвета, сейчас он уже становится почти темно-темно-болотного цвета. Но однако он все такой же прозрачный и классный. И самое главное, что ничего с ним не делается. Вот этот аромат Мигуэ де Буа от Коти, это тоже прелестная вещица. Знаете, этой серии, а мне милей негромкие, милей одна и всего лишь какой-то жидкости. Что они туда заложили, я понятия не имею. Ну, красивее ландыша, да, за дешевую цену я не могу найти, кроме как вот еще, который я вам расскажу. Нет, ну это что-то. Или у меня просто вот так вот поет сердце, да. Когда я ко-ко-ко-ко-ко-ко, я набрызгаюсь вот этим. Это самый мой любимый ландыш. Это какое-то, я не знаю, детство, счастье, подарки. Вот в школе еще у нас были такие подарки. И что-то у меня вспомнилось. Так было, что в нашем классе мальчиков было 6, а остальные все девочки. Я уж я не знаю, там сколько их было, но, наверное, ну, если класс 30 человек, вот считай, 24. Факт то, что все равно вот эти вот сейчас запахи принесли мне столько удовольствия. Я желаю вам самого хорошего.